Всем привет, с вами Елена, и сегодня мы с вами будем тестировать очередную масочку, какую я еще пока не определилась. Это у нас Freshland, то есть страна свежести. И вот я думаю, омоложение омолаживающую или все-таки мультиэффект. Наверное, все-таки давайте попробуем мультиэффект. И еще с вами протестируем вот такие вот патчи. Их я заказывала на AliExpress. Вот, видно вам, надеюсь, не отсвечивает. Распечатывание данных патчей мы с вами будем производить уже вместе. То есть не в таком вот ракурсе со мной, а уже будут мои ручки. Вот, и сразу говорю, то что я уже перед самой съемкой данного видео я успела уже пропарить кожу, очистить ее хорошенечко и протонироваться. И уже давайте смотреть с вами, какие же у нас все-таки патчи. Вот так вот выглядят наши патчи поближе. Сзади написано у нас все на английском языке, поэтому мы будем ориентироваться вот на эти картинки. То, что нужно патчи наносить под глаза и на 30 минут. Но мы столько не будем держать, я их буду наносить, одевать точнее, прилеплять на себя правильно, как именно на момент самой процедуры с маской, то есть под маску хочу сразу протестировать одновременно. Вот, и давайте с вами уже откроем и посмотрим, сколько здесь жидкости. Все, я вскрыла, и момент X настал, давайте с вами достанем патчи и посмотрим. Ну, скажу так, жидкости здесь практически нет. Они влажные сами по себе патчи, но так себе скажу. И давайте уже с вами их оденем. Волосы я уже убрала, потому что они будут мне мешаться. И вот так вот еще раз показываю, как выглядят патчи. Мне они уже особо не нравятся, потому что здесь сыворотку я как таковую вообще не вижу. Патчи очень влажные. Мне очень нравится сам цвет золотистый, но это того не стоит. Конечно, цена у них совсем маленькая, но тем не менее мы с вами протестируем, посмотрим. Но как таковых надежд я не возлагаю на эти патчи. Вот как это выглядит. Видно, что очень мало сыворотки и вот такие вот складочки. То, что полусухие эти патчи, что ли, я не знаю. И давайте уже с вами откроем маску. Выбрали мы вот такую вот с вами маску. Это мультиэффект от Freshland. Я уже подержала в холодильнике. В принципе, я все маски храню в холодильнике. И вот я достала. Нам эта маска обещает то, что она увлажняет и смягчает кожу, повышая ее тонус и упругость, стимулирует синтез коллагена, блокирует механизмы старения клеток, оказывает омолаживающий эффект. Так, что она нам тут говорит по применению? Способ применения. На чистую кожу лица наложить маску на 15-20 минут. Значит, мы патчи будем держать не 30 минут, а максимум 20, если здесь достаточно сыворотки, и если нет, то гораздо меньше по мере высыхания самой маски, потому что что патчи, что маску сухие держать нельзя, иначе влагу вытаскивают они из самой кожи, но точно уже не дают ее нам. Вот. После применения остатки состава смыть очищающим лосьоном или снять с помощью влажных косметических салфеток. Рекомендуется применять маску 2-3 раза в неделю для достижения видимого результата. Рекомендованный курс применения 2-3 недели. Максимальный эффект наступления через 5-6 недель в зависимости от типа и состояния кожи. И давайте, наконец, с вами уже откроем эту масочку. Мне очень не терпится, я очень люблю маски. Это, кстати, маска в Магнит Косметик, стоит 60 с лишним рублей, но здесь была очень хорошая акция, и купила я ее за 45 рублей, что ли, при всем при том, что сроки у нее еще очень и очень хорошие. Вообще, в целом, срок годности у масок общие обычно 3 года, а данная маска у нас 2 года. Сыворотки там очень мало, как вы видите, только на самой маске.
Аромат очень приятный, аромат трав. Мне очень нравится. Я вообще люблю косметику с отдушкой. Если там нет отдушки, то я уже так один раз попробовала и убрала в сторону, потому что не люблю, не люблю, не люблю, еще раз не люблю. Данный мне аромат нравится. Свеженький. Вот такая вот маска. Но, в принципе, на самой маске сыворотки, эссенции вот этой вот очень достаточно. Масочка тяжелая. Ай, скользкая. Сейчас посмотрим, какое у нас лекало. Девочки, вы такое видели? Смотрите. С одной стороны, это хорошо и для подбородка, но не есть комфортно, мне кажется. Давайте оденем. Все, я уже одела маску и скажу честно, мне это уже не особо нравится. Аромат на лице не ощущается. Ну вот как я нанесла маску, аромат не ощущается уже. И смотрите, это я не знаю, на какого слона создана такая маска. Я не знаю, существуют такие лица или нет. Во-первых, очень большое вот здесь вот место. И постоянно скатывается на губу. И неважно, это много сыворотки или нет, просто она огромная. Вот. Также, чтобы закрыть подбородок, она, если предназначена для подбородка, то уже имеет минус. Потому что, смотрите, чтобы закрыть подбородок, это значит, у нас здесь будет открыто. То есть, опять же, я не знаю, для какого такого лица, это какой должен быть рот. Вот так вот выглядит это не очень-то и красиво, так что, девочки, при мужьях такие маски не делайте, особенно вот эту. Вот, и смотрите, сколько места еще здесь. Это, в принципе, это хорошо для тех, у кого широкий лоб, но у меня лоб не широкий. Под глазами очень много места, то есть даже если захочется здесь увлажнить, тоже ничего не получится. Так что хорошо, что мы взяли патчи. Мне очень неудобно, не очень приятно и комфортно. И я давайте отключусь, потому что в таком виде я не смогу толком не разговаривать ничего, потому что это постоянно скатывается, стекает. Сыворотки здесь тютелька в тютельку, но умудряется маска все равно стекать. Ну, с лица сползать. Нос у нас прикрыт, все хорошо. И давайте я отключаюсь, и когда сниму, умоюсь, подключусь и скажу свои ощущения. Но в данный момент, пока мне очень вот это не нравится, будем надеяться, что эффект хотя бы переубедит меня. Ну что, ребята, я уже вернулась к вам, и это, скажу, был полный ужас. Я еле выдержала эти 20 минут. Что касаемо вот таких вот патчей с AliExpress, ни в коем случае не покупайте их. Я даже не могу сейчас показать вам, потому что я сняла и тут же выбросила. Вот вы видели, какие там были складочки? Ну, вот когда я приклеивала. Вот. Так вот, когда я убрала эти патчи, у меня вот эти вот морщинки, они были ярко выражены. То есть я сейчас их реанимировала, наносила свои сыворотки и нанесла крем для глаз. Ну, для век. Вот. Поэтому буду, конечно, еще брать на AliExpress, тестировать патчи, но уже в самих баночках. А вот такие разовые, нет, нет, ни в коем случае и вам не советую. Плюс ко всему, у меня именно от них щипало глаза. То есть я только наклеила, и у меня тут же пошло пощипывание век. Ну вот, нижней части века. Вот, что касаемо маски. Еще раз показываю, вот такое у нас лекало. На какого слоника, я не знаю. Очень неудобная. Очень-очень. Плотная ткань, да, хорошо, нареканий нет. Вот эти вот глаза, хорошо, нареканий нет. Нос, замечательно, вообще идеально. Все бы маски так делали. Носовую часть, то есть то, что она полностью закрывает. Дальше, под носом, вот эта вот часть, как же вам показать, вот эта. Она слишком широкая, то есть она постоянно лезет на губы. Вот эта вот часть
Да, хорошо, что она длинная для подбородка, но вы сами видели, это какой рот должен быть? Вот у меня рука пролазит, я не знаю. Я специально отключилась, даже с вами не стала ни разговаривать, ни что-то рассказывать. Думаю, может, какое-то действие меня удивит. Вот, пошла, просто полежала, потому что я даже за компьютером помонтировать видео не могла, так как... Но это, с этим неудобно вообще. Я не советую. Ни вам маску не советую. И сама даже, вот как тут говорят, курс какой нужно пройти. Я ни в коем случае не буду его проходить. Нет, 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 нет. А, так, 2-3 раза в неделю в течение 5-6 дней. Ой, недель. Да я же с ума сойду. Маска должна расслаблять. Ты должен получать от нее наслаждение. Если уж... какой-то дискомфорт, да, то хотя бы результат должен быть ошеломляющий, ну или хотя бы как минимум нормальный, приятный. Из всего, что у нас здесь показано, маска чуть-чуть увлажняет, не более того. Во-первых, мне от маски единственный, вот, наверное, два плюса. От маски мне понравился очень сильно аромат. Он, да, когда я лежала, он чуть-чуть периодически... ощущался, но не всегда. Давайте я вам сейчас покажу, сколько у нас здесь сыворотки еще на самой маске осталось. Вот на этой вот. Так, видно, нет? Вот, то есть чуть-чуть сыворотка имеется. Она очень густая. Смывать ее обязательно нужно сразу, потому что сыворотка очень липкая. Вы... надеюсь, не будете сейчас стерчать, потому что я постоянно то в сторону, то еще что-то. Здесь у меня полотенце, и я вытираю руки, потому что, ну, дискомфорт, сами, наверное, понимаете. Вот. Плюсы. Аромат. Ну, лично это для меня, потому что многим не нравится, когда у масок есть аромат. Но для меня это является плюсом. Далее какой плюс? Как человек с очень сухой кожей, она немножко увлажняет. Но, опять же, после данной маски я сейчас закончу снимать видео и пойду уже наносить сыворотку для лица, а также крем увлажняющий. Но эта маска не стоит даже своих 45 рублей по акции. Я пользовалась разными масками, и данную маску я не советую вообще. Ну и все. До новых видео. До встречи. Пока-пока. Кстати, еще слышала, что данная маска у многих вызывает аллергию, то есть пощипывание всего лица. У меня такого не было. Но и приятного от этой маски я тоже не получила. И все. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.